Мурманск-Магадан, участок, серия 143. Будет проведено 50 километров движение в сторону Читы. Отвечу на комментарий. Марина написала комментарий к 20 серии. Участок Мурманск-Магадана. Значит, добрый день. Каждый человек вправе высказать свое мнение. И я тоже поделюсь. За границей практически не была и не тянет. По поводу серпантинов найдется и у нас много мест в Сибири, на Кавказе. Я полностью не буду зачитывать комментарии. Но сразу скажу, что я абсолютно согласен с Мариной. Придерживаюсь этой точки зрения. И как доказательство вот этой позиции, дождитесь, когда я начну размещать видео, снятое на боковую камеру, начиная от Колымы, ну, сначала до Магадана, потом из Магадана опять через Якутск на Дальний Восток, там Байкал и так далее, и так далее. Вы увидите, насколько красиво. Потрясающе красиво и неповторимо вот Россия с ее природой, с ее красотой. Передать словами это невозможно. Я уже, наверное, несколько раз говорил, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И лучше один раз ощутить, пережить, побывать, чем 100 раз увидеть. Непростой, очень непростой маршрут будет по Колыме, но та красота первозданная, нетронутая человеком природа, она того стоит. Но прежде чем туда отправляться, посмотрите в интернете очень много видео, коротких видео, но с подробностями, с художественными рассказами, с художественным описанием. Это просто потрясающе. То, что будущее туристического паломничества Якутия и Колыма, у меня не вызывает сомнения. Вся проблема вот в дорогах. Вся проблема в дороге. Но это отдельная тема.
каток подъехал. Ну, вот так вот. Это, по-моему, повеселее стало для съемки. Вечер покажет. Я имею в виду заднюю камеру. Подрегулировал там фильтром. Убрал максимально возможно блики. Там тоже есть поляризационный фильтр. Солнечные лучи, не знаю, видно будет, нет, на камере красиво. Сегодня вроде бы 14 день, R258. 14 день движения. У меня поездка из Владивостока в Москву составила 13 дней. Считайте, из Владивостока в Москву уже приехали.
что, движение не совсем хилое. D4-523 Хилок. Хилок. Заехать в Хилок, что ли? Посмотреть. Можно было бы весь маршрут снимать на две камеры, но меня напрягало количество емкость внешних дисков. Ну, теперь стало более комфортно. Улан-Удэ взял два диска по 2 терабайта. Вот 2 терабайта, пока перепрасываю видео на один диск емкостью 2 терабайта. Так вот, на остановке на привале посмотрел, 3/4 диска уже заполнено. Четверть диска, это 12, это примерно на сколько же дней? Что-то голова плохо соображает. Сколько? 12, 4 дня. В общем, на 4 дня еще движение и 2 терабайта должны заполниться. То есть 2 диска мне явно не хватило бы. Сопки покрыты лесом, где-то полностью лысые.
Подруга, я думаю, ты не отключалась. На видеорегистраторе TrendVision есть возможность заранее устанавливать экспозицию, освещенность при съемке. Но везде я поставил нулевую экспозицию на дневном и на ночном режиме. Очень живописные места справа. Хочу увидеть, где источники, родники, чтобы набрать немного воды, да рискнуть попробовать. Расход показывает 5,5, 35 километров пройдено, в движении полчаса. Средняя скорость 61. Вот получается 5,5. Так, остановиться, сфотографировать. Сфотографирую я. Панораму. С левой стороны погост, мир праху.
ушедших наблюдали, охраняли. Посадки рукотворные.
кажется. Стройных ровных рядов я не вижу. Но почему-то вот но тут инфраструктура, я имею в виду Улан-Удэ, чита, по крайней мере, на настоящий момент гораздо лучше, чем Иркутск Улан-Удэ. И заправок больше, чем достаточно. Гостиница, кафе «Ласточка». Пройдено, правда, мало от Улан-Удэ, всего километров 100, наверное. Вероятности казармы с левой стороны солдатские были. По большому счету, друзья, хорошо иметь свои домики в каждой республике. В каждой. Пожив какой-то период в одном месте, переехать в другое, поменять обстановку, все. Потому что сами видите, как меняется природа. Например, годик где-нибудь на Урале, в Крыму, в Карелии, переехать, например, в Бурятию. Сиднем в одном регионе, пусть даже Москва. Если было бы такое сообщество под названием «Мой адрес не дом и не улица», мой адрес российский простор.
жили в одном регионе годик, договорились с кем-нибудь из сообщества, поменялись местами, например, Крым на Бурятию. Пожили годик в Бурятии, связались, поменялись местами, например, с Магаданской областью или с Хабаровским краем. И вот таким образом, ну это я имею в виду в большей степени для тех, кто работает удаленно, для тех, например, кто на пенсии. Карьер сейчас фотографирую. Надо приостановиться, да, сделать нормальный снимок. Так, поехали дальше. Какой-то карьер. Белазы таскают породу. Вот отвалы с левой стороны. Куда они, сверху вниз или снизу вверх? Переконы, так называемые. Москва. Или 79-й регион. Не знаю. Так, начинаются опять ремонтные работы. Это радует. Конечно, приходится немножко материться, но это все делается ради автомобилистов.
больше, но она, по-моему, помягче не той щебенки. Прошелся бы грейдер, подровнял бы дорогу, большие грузы и фуры могли бы идти. Ё-моё, как далеко-то все это. Съезд кто-то не выдержал, пожалел автомобиль. О, летит как шпыль столбом. Ребенка, а гравий не острый.
справа объезд, может по нему поехать. Поеду-ка я по мягкой дороге. Смогу я съехать? Машины съезжают. Я съеду. Съехал, там дорога еще хуже, по-моему. Со фарой даже лучше ехать. Скорость. Так, 5,7 расход поднялся. Тут вот геодезисты справа стреляют в дорогу. Участок приличный они ремонтируют. Да не ремонтируют, а строят.
красный свет. Реверсивное движение. Молодцы, молодцы. Взялись за дороги. Это радует. Блок срабатывает, управление коробкой отключает ее. Надо выключиться, включиться. Экскаватор во все пашет. Телефоном связи нет. Интернета нет.
400. Так я отскочу тебя, дружище.